Предварительным следствием установлено, что ночью 5 июня 2011 года в ходе распития спиртных напитков между мужем и женой произошел конфликт, в ходе которого он нанес два ножевых ранения в область жизненно важных органов своей жены. На данный момент муж задержан. Предварительное расследование продолжается. Сейчас очень много. Они на квартире, что ли? Ну, знали, общались, как ничего не могу такого сказать. А что сейчас было, я не знаю.